Михаил Цыпкайкин и группа Billy Style. Кстати, Михаил сам представит участника. Спасибо, дорогие друзья. Первую песню я написал в далеком 92-м году. И в преддверии женского праздника 8 марта мне бы хотелось ее исполнить. Она не о женщине, нет. Она о мужике практически, о пьяном. Да. Потому что, вы знаете, женщинам везет нас ругать, когда мы напьемся. Вот. Ну, ничего не буду говорить, в песне все будет сказано. Thank you.
Thank you.